Здравствуй. Привет. Привет. Ну, здравствуй. Не замечаешь ничего особенного? Вижу. Я тоже. Что мы с тобой очень похожи. Угу. Да, как две капли воды. Разве такое может быть? Как тебя зовут? Меня? Джеки. А я Лиза. Ты что, англичанка, Джеки? Американка. Так ты англичанка или американка? И почему ты так хорошо говоришь по-русски? Where is your parents? Я не понимаю. Я еще плохо говорю по-английски. Странно. Американка, а по-английски плохо разговариваешь. Смотри. Что? У тебя такая же ямочка на подбородке, как и у меня. Это мистика. Так где твои родители, Джеки? В Лос-Анджелесе. У нас четыре машины, большой дом и яхта. Они скоро приедут. Кто? Машины и яхты? Родители. Давай встретимся завтра на этом же самом месте. В час дня. Давай в два. Сейчас у меня обед. Ладно. Ну, пока. Пока. На, возьми мою кофту. А ты? Я закаленная. Красивая. Спасибо. Дарю. Как это даришь? Ну так, дарю и все. А я тогда. А я тебе дарю ракушку. Ракушку? Супер. Я ее сама нашла. Когда ныряла. Ты такая красивая и такая грустная, что у меня комки в горле застряли. Комок. Какая красивая шкатулка. Ух ты, можно? Можно. Это граф и графиня. Те, которые встречают закат. Угу. А кто эта девочка у них на руках? Эта девочка я. Ты? Угу. Бедная Вера. Их расстреляли. А ты осталась одна? Как Варя? Да, как Варя. Как наша Варя. Папа, что с нашей мамой? Просто она расстроилась, что я уезжаю. Почему бы тебе не сказать мне правду, пап? Всю правду? А что, бывает половина правды? Давай потанцуем. Так расскажи, папа. Ты хочешь знать, почему наша мама выпила? Да. И почему она ходит по дому в белье и в очках? Знаешь, когда ты вырастешь, ты поймешь, что всю правду не знает никто. И перестанешь задавать такие наивные, замечательные, прелестные вопросы.
Ты думаешь, я тоже когда-нибудь напьюсь и стану ходить по дому в солнцезащитных очках? Тебе солгать или сказать правду? Сказать правду. Рано или поздно это происходит с каждой женщиной. Алло, пап, это я. Нам нужно с тобой срочно встретиться. Лиза, послушай, Лиза, давай через неделю вы вернетесь, и мы обо всем поговорим, ладно? Я все понимаю, пап. Иногда взрослым нужно врать. Посмотри, пожалуйста, вправо, на пирс. А кто это там с вами? Я вижу тебя, Веру и... Иди к нам, пап. Извини. Здравствуй, пап. Здравствуй, Олег. Пап, я хочу тебя кое с кем познакомить. Варь, подойди, пожалуйста, сюда. Знаешь, что ты не